Товарищи, у нас очередное занятие. Проводит его первый секретарь ЦК Родфронта Виктор Аркадьевич Тюлькин. Тема «Объективные основы организации советской власти». Пожалуйста. Так, всем добрый день. Сегодня у нас тема, она такая, как бы сказать, не просто долгоиграющая, а вечная, да, про советскую власть, прежде всего, я имею в виду, значит, для партийной коммунистической аудитории. Почему? Я думаю, что она занимает вот, ну, наиважнейшее, если не сказать центральное значение. Потому что, вот, как известно, значит, понятие о диктатуре пролетариата занимает центральное место в марксизме. Еще Маркс говорил, что вот переходному периоду от капитализма к коммунизму оно соответствует целая эпоха, значит, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как диктатурой пролетариата. Вот Маркс в теоретическом плане. А Владимир Ильич, он эту тему развивал дальше и круче, я бы сказал, современным языком. Так. Он писал, что марксист – это не самое мало, что он понял и признал учение о классовой борьбе. Классовую борьбу признавали и признают и буржуазные, значит, философы деятельные. Марксист – тот, кто доводит признание классовой борьбы до признания диктатуры пролетариата. Да? А дальше Владимир Ильич, он еще, как бы сказать, последовательно эту тему развивал, акцентировал, а именно, уже после революции, после установления советской власти, когда в 19-м году создавался, что создавалось? Коммунистический интернационал, да? То есть собирались все партии, которые в мире есть, под единые знамена и... Не просто интернационал, это сборище партии или, как бы сказать, товарищество коммунистов. Это единая партия создавалась, всемирная, коммунистический интернационал. Да? Тогда Владимир Ильич требовал, чтобы не просто было признание диктатуры пролетариата, и он образно так это развивал, не просто признание на губах, а признание на деле. И, вбивая вот это главное положение, условия приема в коммунистический интернационал, значит, такие слова были, что о диктатуре пролетариата следует говорить не просто, как о ходячей заученной формуле. Ее нужно пропагандировать так, чтобы необходимость ее для каждого рядового рабочего, солдата, крестьянина вытекала из жизненных фактов, систематически отмечаемых нашей печатью изо дня в день. И вот эта формула, что необходимость диктатуры пролетариата должна вытекать вот из жизненных фактов, говорит о том, что вот эта пропаганда, разъяснение, оно должно как бы всегда быть увязано с тем, что сегодня волнует, что сегодня происходит, да? Что жизненно важно по этим делам. А для нас с вами что это значит? Это значит в увязке, с причинами поражения, ну, временного, как мы считаем, социализма в СССР, и в увязке с сегодняшними днями. Тем более сегодня увязывать, ох, как с чем есть, да? В конце концов, были сложности в Советском Союзе и даже в межнациональных отношениях, но... Друг друга не стреляли, шпионов не посылали, ядерным оружием не грозили и так далее. То есть, пока я подвожу к мысли, что диктатура пролетариата занимает центральное значение в теории марксизма вообще, а дальше перед всеми коммунистическими партиями встает вопрос, а как ее реализовать?
вот эту диктатуру пролетариата. Потому что, в принципе, ведь вопрос стоит в том, чтобы как строить, да? Как не повторить тех же ошибок, которые уже были. Как вообще себе представляете это дело? Ну, кто-то может сказать, что там сегодня об этом говорить. Значит, до революции еще, может быть, довольно далеко. Да? Нам бы сейчас день простоять, ночь продержаться, тут фашизм отбить, там, еще что-то. Тем не менее, значит, серьезные партии и, соответственно, вожди над этими вопросами думают загодя. Вот, скажем, Владимир Ильич работу «Государство и революция» писал когда? «Государство и революция». Нет. Август-сентябрь 17-го года. 17 уже буржуазно, да, в разливе вместе там с Зиновьевым, да, вот. Казалось бы, время такое, что тут практических задач, черт тебя знает сколько, да? Как это буржуазное перерастет в социалистическую вообще возможность? А он занимался одним из фундаментальных трудов, да, вот по теории государства, значит, писал эту работу. Поэтому, конечно, значит, и нам, значит, еще один пример могу провести, прошу прощения. Я как-то уже рассказывал, что вот одна из наиболее таких, ну и близких к нам партий, и наиболее авторитетных, и наиболее ортодоксально-марксистских, несмотря на наши расхождения там вот в оценке сегодняшней ситуации, Компартия Греции. И вот они в начале 2000-х годов, значит, просили нас подобрать им источники, значит, литература, статьи, копии там и прочее по вопросу дискуссии в советское время товарников и антитоварников, план рынок, непосредственно общественное производство или рыночно ориентированное и так далее, начиная с 20-х годов прошлого века и заканчивая периодом, ну, на тот момент Горбачевского КПСС, ну, вот 28-го съезда и прочее. И мы по их просьбе в общей сумме набрали, туда переправили порядка там 150 тысяч страниц текстов, копий, книг, которые достали, журналов там и прочее, прочее. И плюс к этому направили туда 4 профессоров. Ездила Томила Иосифовна, Ельмеев, Попов и Волович. Ездили туда 1,5 недели, читали лекции и проводили дискуссии в Центре марксистских исследований Компартии Греции и с активом. Вот казалось бы, да? В Греции до революции еще, наверное, тоже сколько. Они изучали этот вопрос, готовя и себя, и партию. Потому что, конечно, серьезная партия должна для себя иметь представление, а что мы собираемся предложить, и как это сделать, как строить, как это будет выглядеть. Поэтому. Ну вот мы сейчас вот тоже с вами спросим, что мы строим вообще? Ну, по идее, что строим? Ведь, если, как бы сказать, немножко отвечать, не просто с уконным языком, там, социализм, еще чего-то. Мы строим не просто общественное производство, не, так сказать, удовлетворение полное материального благосостояния и рост граждан. Мы строим отношения между людьми. Ну, как-то. Потому что в манифесте коммунистической партии Карл Маркс с Энгельсом, помните, писали, что коммунизм – это ассоциация свободных людей, где свободное развитие каждого становится условием свободного развития всех. Да? Ну и понятно, что это и освобождение от эксплуатации, там, от всякого неравенства, движения вперед. И коротко это можно выразить одной фразой, там,
они врубили уничтожение частной собственности. Значит, мы в своей второй программе, как мы иногда говорим, вот в докладе «100 лет Октябрьской революции» подчеркивали, что если вот нас спросить, мы, и мы вспоминаем советские времена, вот мы здесь все жили в советские времена, да? Что там было лучше? Мы можем пальцы загибать, там и медицина, и образование, и квартиры, и расценки, и цены, уверенность в завтрашнем дне. Но все-таки главное, что надо отметить, и сегодня это особенно, наверное, заметно, что лучше были отношения между людьми. Так вот, они были добрее, справедливее, более человеческими, что ли. Да? И вот за это стоит бороться, да, и надо бороться по этим делам. Ну и опять выходим, чтобы вернуться к теме, а как? Вот как? Как бороться, что делать? И, ну, первое, что и на ум приходит, и то, что мы делаем, причем делаем независимо даже от степени подготовки, там, знания или еще чего-то, это протестовать. Да? Вот первое – это протестовать против мерзостей капитализма. И мы знаем, что это делают все. Причем делают отнюдь не хуже нас, а кое-где даже получше. Мы видим, как во Франции, да, вон, смотри сейчас, что делается, сколько выходит. Желтые жилеты, сколько они, года 3-4, да, сотрясали там всю эту штуковину. А что там Франция? Скажем, максимальные, ну, нехорошо, наверное, так говорить там, но можно заносить в книгу рекордов Гиннесса забастовки в Индии, которые докладывают, 250 миллионов, так сказать, участвуют. Ох, две России, так сказать, вот, вот так-то если накрыли по этим делам. Но это протесты, да? А ведь протесты – это против. А главный-то вопрос – это, а дальше что? А как? А как строить? И вообще перейти к этим вопросам и раскрытию этих вопросов, я бы хотел пару примеров, значит, привести, таких художественных, что ли, лирических, о том, что над этим вопросом, вот как и что, она, в практическом плане задумывались и очень такие известные и близкие нам люди, и революционеры, и в ближайшее время. Вот я уже рассказывал, что как-то на рубеже, наверное, это было 2005 или 2006 год, когда я был депутатом Госдумы, мне довелось участвовать в беседе с Чавесом. И вот вопрос я ему задал, тоже удалось. Я говорю, слушай, вот ты создаешь самую большую партию. Он заявил, что 600 тысяч в этой партии будет, социалистическая партия. И более того, он требовал, настаивал, чтобы компартия влилась в эту большую и широкую. И вопрос у меня был такой, что величина партии – это еще не гарантия успеха. Были партии побольше и с заслугами, которые, ну, неизмеримо больше, выше и так далее. Да? Но, тем не менее, когда совершаешь ошибки или теряешь ориентиры теоретически, вот такие главные, то можно и крах потерпеть. Так вот вы, создавая партию, на что вы ориентируетесь, кроме, ну, известного нам вашего уважения к кубинскому опыту, вот, со всей этой штуковиной и так далее. И вот это, он отвечает, тоже, значит, показал себя как и оратор хороший, и человек, который, ну, как бы разбирается и чувствует проблему и по-человечески сопереживает и говорит. Я понял вопрос, твой вопрос, но вот несмотря на то, что ты меня предупредил, чтобы я тут не ссылался на кубинцев, я как раз оттуда и начну. Как-то раз журналисты задали Фиделю Кастро вопрос. Совершали ли вы ошибки в начале своей революционной деятельности? Да? И если совершали, то какие? На что Фидель Кастро отвечал. Ну, конечно, я совершал ошибки, да. А самой, наверное, существенной моей ошибкой было то, что я в начале пути думал, что кто-то точно знает, как надо строить
социализм. Вот. Ну, а дальше он перешел к раскрытию этой темы Чавеса и говорит. Я был офицером, да, влился в ряды бунтарей, участвовал в заговоре, в мятеже, так сказать, сел в тюрьму, сидел, потом выпустили. Потом меня нашли, так сказать, ребята левой ориентации, предложили участвовать в президентских выборах. Ну, участвовали, выиграли. Ну, выиграли выборы президентские. Порядки там были еще те в этой Венесуэле. И вот, так сказать, проамериканские власти схватили и снова в каталажку. Ну, он там сидел. И на улице выходили такие массы, такое давление было, такое возмущение началось, что вынуждены были его выпустить. И вот дальше он рассказывает. Представляешь, я вышел на улицу, вышел, и я вижу вот эти сотни тысяч или миллионы людей, которые смотрят на меня, и мне стало страшно. Я военный человек, я не боюсь жизнь отдать. Ну, меня этому учили, я к этому готовился. А страшно мне стало потому, что они верят, что я смогу сделать и улучшить их жизнь. А я ни хрена не знаю, как это сделать. И мне страшно от того, что я не смогу оправдать их доверие. Ну, а дальше известная история. Его приглашают на Кубу. Там по закону в должность президента вступаешь там через сколько-то месяцев после выборов. Вот он летит на Кубу. Там его встречают в ЦК, проводят месяц или больше там. И назад он возвращается уже социалистом. Уже с какими-то, так сказать, представлениями, как чего разбирать можно. Плюсы-минусы. Но, то есть вот, как бы сказать, пример, когда вопрос о том, как строить, что строить, он, значит, возник по ходу, что ли, революционной деятельности, да. Но лучше, конечно, если он возникает до того, тем более это необходимо, если речь идет о партии, о коммунистической партии или как. Можно другой пример еще вспомнить. Тоже мы тут разбирали как-то его. Это уже новейшие события. Ну, наверное, большинство из нас помнит так называемые телемосты комбрига Алексея Мозгового с бойцами ВСУ. Несколько, так сказать, там, образца, наверное, 2015-го, да, 17-го, может, наверное, там. Нет, еще, наверное, военные действия шли, поэтому день 15-й. Когда по скайпу они общаются, с этой стороны, значит, Мозговой со товарищами, там мужики, значит, укры, как они их называют. И так вы за что? Мы за народную власть. Так мы за народную власть. Мы за справедливость. И мы за справедливость. А мы супротив олигархов. Так и мы супротив олигархов. Так может вместе, так сказать, на Киев надо двигаться. То есть они вот и те, и другие, как бы сказать, хотят построить справедливо и народно, а как это построить, да? Вот это вопрос. Для Мозгового, надо отдать должное его памяти, что он был, ну, как бы стихийным коммунистом таким бредом, потому что он в своих речах, в том числе в общении и с нами, и на митингах 7 ноября выступал, не отходил от позиции, первое, что вопрос социализма не снят с повестки дня, да и вообще-то вопрос восстановления Союза Советских Социалистических Республик тоже. Кто сказал, что история на этом закончилась? Так? Поэтому, наверное, поэтому, или в том числе, по крайней мере, он и жизнь закончил таким трагическим образом, поэтому и виновных не нашли и так далее. А если отвечать на вопрос, кому выгодно, то, по крайней мере, он с такими убеждениями не нужен был ни украинским, ни кремлевским, да и не местным, значит, вполне буржуазным и прочим правителям, которые из этих делал.
Ну вот, кроме этого, прежде чем пойдем дальше, можно сказать, что здесь же всплывают вопросы, которые представляют теоретический предмет обсуждения, дискуссий, споров, такие как латиноамериканский социализм 21 века, да, и более близкий социализм с китайской спецификой. Благо, сегодня идет съезд, да, 20-й съезд КПК. Я думаю, на ближайших занятиях надо бы как-то это дело нам разобрать. Интересно очень. А мы переходим дальше. То есть в практической плоскости и в теоретической плоскости стоит вопрос, а как? Вот как строить именно эту власть, которая будет реализовывать диктатуру пролетариата, то, что является центральным звеном новой теории марксизма. Ну, сегодня, наверное, надо говорить марксизм-ленинизм, да, по этим делам. При этом заметим, что по большому счету, наверное, теоретически диктатура пролетариата может быть реализована по-разному. И Ленин-то говорил, что разные формы могут быть. И сейчас, ну, не будем мы там констатировать, а по крайней мере есть мнение, что может реализовываться она и в виде диктатуры вождя, и в виде диктатуры партии, и в виде советской власти. Ну и вот на этом последнем виде мы прежде всего стоим, потому что, во-первых, практика показала, так, во-вторых, значит, Владимир Ильич теоретически обосновал, показал и так далее. И более того, значит, в его книге «Детская болезнь левизны», а я думаю, что эту книгу надо вот преподносить как букварь. Он, наверное, писался как учебник для будущих коммунистов, но прежде всего он тогда писал и намекал для других партий, так, которые пойдут этим путем как-то чего. А судьба так обернулась, что и для нас тоже. Да? Потому что там он писал, что вот есть два аспекта значения нашей великой революции. Первое – это в широком смысле слова. Вот она свершилась, и она своим фактом существования Советской России влияет на весь мир сейчас. Да? А второй аспект – это можно говорить в узком смысле слова. Что значит в узком смысле слова? Так. В узком смысле слова это значит, что некоторые черты нашей революции имеют международное значение, значит, и воздействуют на все страны в смысле необходимости учета или даже повторения вот этих уроков, этих приемов, этих закономерностей, да, этих ошибок, которые совершены где-то или еще чего-то. И вот в узком смысле слова и вопрос советов, организации советской власти, я думаю, что он занимает одно из центральных мест и для изучения, значит, товарищами, и нашими, и зарубежными, и так далее. Вот у нас есть очень хорошие друзья Марксистско-Ленинской партии Германии. Вот Степан Сергеевич, так сказать, с ними чуть общается. Андрей Захаров у них был, недавно наш представитель Алексей Бряхин участвовал в празднике 40-летия. Очень хорошие ребята. В теоретическом плане мы с ними во многом не сходимся. Да? Но они то, что должна быть диктатура пролетариата, признают однозначно. И более того, считают, что у нас после Сталина, так сказать, тут социализма уже не было, с чем мы не очень согласны. Но, когда доходим до того, а как вы будете реализовывать диктатуру пролетариата? Они, ну как, ну мы же власть возьмем, вот мы и будем реализовывать. У нас же написано в программе диктатуру пролетариата, да? Ну мы же правильно это сказали. Поэтому вот, ну а дальше начинается. Она будет истинно народная, она будет, так сказать, трудящихся в интересах. Она, а как? Вот как? Поэтому, значит, переходим дальше вот именно к объективным основам, и как оно было, и на что мы, значит, постараемся опираться. Что нужно вот прежде всего понять, подчеркнуть,
вычленить, в том числе из ленинских работ и из детской болезни левизны и других, да, что советская власть – это не просто власть для трудящихся, это власть самих трудящихся. Да. Вот этот момент, от которого надо отталкиваться и железно на нем стоять. Понимаешь? Вот именно здесь происходит водораздел со многими и левыми, и теми, кто себя называет социалистами, и прочее, прочее. И прежде всего с социал-демократами. Знаете, почему? Потому что, по большому счету, социал-демократы выступают за трудящихся. Чтобы им было хорошо, чтобы им было лучше, так сказать, и зарплата больше, и паёк, так сказать, и права уважали, и человеческое достоинство. Но это сделают они. Вот если их изберут, если за них проголосуют, если... Это образно говоря, отталкиваясь вот от того самого ленинского, помните, примера с конягой, что пробуждение человека в коняге имеет столь огромное всемирно-историческое значение, что перед этим законны любые жертвы. Так вот, социал-демократы, по большому счету, они выступают за то, чтобы этого конягу хорошо кормили, чистили, не обижали, чтобы он не 12 там или не 20 часов в сутки работал. А коммунисты борются за то, чтобы пробудить в этой, так сказать, рабочей лошади человека, чтобы двигаться в этом направлении. Вот. По большому счету, этот тезис, так, он продолжает вот знаменитую, этот самый, скандально знаменитую, что ли, историю кухарки ленинской. Знаешь, когда Владимир Ильич, значит, за что его потом многие там иронично высмеивали, говорил, что мы не утописты, мы отлично понимаем, что любая кухарка, любой чернорабочий не могут тотчас же приступить к управлению государством. Да? И в этом мы согласны и с кадетами из Бережковской, и с Церетели. Но, в отличие от этих господ, мы настаиваем на немедленном разрыве с тем предрассудком, что управлять государством, участвовать в управлении государством могут только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем немедленного разрыва, да, с этим предрассудком и привлечения к обучению управления государством всей бедноты, всех рабочих, всех солдат, крестьян там. А дальше в программе уже партии, этот тезис перерастал в термин поголовное привлечение. Да? Вот так было на том самом 7-м чрезвычайном съезде. Значит, этот съезд был, значит, дай бог память, в 18-м году, да? Когда переименовался РСДРП в РКПБ. И решался вопрос вот о мире с Германией и прочее. Так, и Владимир Ильич говорил, так что... Поменьше фраз, побольше сути. Необходимо не просто, так сказать, дворцы там отобрать и так далее, а обеспечить вот эту вторую часть, привлечение людей к управлению государством. И граждане должны участвовать поголовно в суде, в управлении страной. И для нас важно привлечение к управлению государством поголовно всех трудящихся. Это гигантски трудная задача, но... Социализм не может вести меньшинство, то есть партия. Партия – это меньшинство. Его могут вести десятки миллионов только социализмов. Вот когда научатся это делать сами, тогда мы будем ближе к социализму и прочее, прочее. Так. Ну вот, вся теория, она, как бы сказать, подходит к тому, что как эту власть попробовать построить, чтобы это была власть самих трудящихся. А дальше мы знаем из истории, Владимир Ильич нам это замечательно рассказал, что советы – это не выдумка
большевиков. Вот не было того, что Владимир Ильич или кто там сел, нарисовал, придумал, там пошел. А эту форму до борьбы нашли в результате революционного творчества сам рабочий класс. И нашли они это дело в ходе известной, самой знаменитой, наверное, первой Иваново-Вознесенской стачки рабочих в 1905 году весной. Это самое. И вот этот процесс, мы уже его много раз рассказывали, разбирали и так далее, но он чрезвычайно интересный, и он чрезвычайно поучительный, просто чрезвычайно. Да? Я уже как-то делился воспоминаниями, что волей судьбы у меня супруга оказалась из Иваново. Я, так сказать, первый раз в 78-м году оказался в городе невесты, посетил музей Первого Совета, тогда был, с огромной диорамой. Значит, как идет забастовка. Значит, в пойме реки Красная Талка собираются огромные массы людей. Забастовка – дело веселое. Там, значит, бастовало 38 тысяч одновременно. А если по анализам людей, которые вступали, выходили из забастовки, и вся губерния, то до 70 тысяч. А само Иваново тогда было, Иваново-Вознесенск, там 79, что ли, тысяч населения где-то. Так. И вот собирались десятки тысяч народа, не дома же сидеть, на митинг, обастовали не только рабочие. Там было порядка 40 фабрик в городе. Обастовали и прачечные, и почта, и там посыльные, и прислуга домашняя. Фабрикант Бурылин писал: до того дело дошло, не поверишь, там в письме. Я сам себе завариваю чай. Кто-то дожил, понимаешь? Поэтому, значит, вот как они там это самое митинговали. Вот меня в те времена еще ни партийного, никакого работника, но интересовал вопрос. Микрофонов нет, громкоговорителей нет, там усилителей нет, как они вот 30 тысяч собрались, как они. И вот мне там женщина, раньше она была научным работником, а теперь уже на пенсии бабушка была. Сынок говорит: а вот ты посмотри, видишь, они вот там собрались, стоят. И вроде как они разными кучками. Это потому что, значит, митингуют отдельными частями, а между вот этими кружками ходят ораторы, хороших на руках несут, плохих там в шею гонят, еще чего-то. А собрались они, говорит, там, вот там первый меланжевый комбинат, вот там ситцево-набивная фабрика, вот здесь Бурылина, там еще механический завод. То есть они собрались, кто кого знает. И получилось, что они собрались по производственному признаку, понимаешь, там между собой. И вот в ходе вот этих митингов они выбрали от каждого своего кружка пропорционально численности своего депутата рабочего. Давай туда. И был создан первый совет рабочих депутатов. 150 человек. Из них, дай бог память, порядка 25 женщин было. 30 специальностей было представлено. И средний возраст, значит, депутата был 25 лет. Вот я пущу этот журнал, значит, посмотреть каждого, да. Каждый может взять себе листовку, это требования, первые требования первого совета, которые на 90% были сугубо экономические. Рабочий день сокращенный, декретный отпуск 2 недели до и 4 после, или наоборот, там. Так, значит, уничтожение каталажек и тюрем заводских, уважительные отношения. И посмотрите на лица вот первого совета, средний возраст 25 лет. Самый старший председатель был гравер Авенир Ноздрин, ему, по-моему, 40 там, с небольшим, 2 что ли было, или как, год. Значит, посмотрите. И вот первый совет
начал с того, что занялся делами непосредственной стачки. Установил охрану, дружину, рабочую милицию, занялся снабжением, был кооператив, который продовольствием занимался, касса взаимопомощи, адвокатская контора, производственная комиссия, которая решала вопрос, выделять рабочих на выполнение этих работ или нет. Губернатор обращался с просьбой выделить людей в типографию, надо отпечатать указ. Так, сейчас посмотрим, что за указ. Выделяем рабочих. Рабочие идут, выполняют работу, а заработок поступает в общественный фонд, в кассу, которая обеспечивает выдачу там пайков, молока и прочее, прочее. Так. Значит, совет непосредственно решал все задачи и сам принимал решения, и сам исполнял эти решения. И господа фабриканты и заводчики, ребята довольно неглупые, они с первого раза, с самого начала почувствовали опасность этого направления и готовы были вступить в переговоры. Но их первым же условием было какое? Каждый фабрикант ведет переговоры с депутатом своей фабрики. Рабочие держались формулы «нет», все на все. Да? Ну и правильно держались, потому что, наверное, чутье подсказывало, и там, разум, что по отдельности кому-то требования удовлетворят, кого-то обманут, кого-то запугают, кого-то подкупят, кого-то... А все со всеми – это главный принцип, который там стоял. То есть вот из этого примера, как брался за дело вот первый совет, да? Кстати, интересный факт. Вот одно из первых решений было запретить торговлю спиртным. Вот сразу. А в городе было 40 фабрик, как я уже сказал, 80 тысяч населения, порядка 8 библиотек и 5 книжных магазинчиков или лавок, и 140 питейных заведений и винных лавок было. Закрыли, все, запретили, установили, дисциплина там и прочее в этих делах было. То есть вот из этого примера, как она, стачка эта, шла, как она организовывалась, как выдвигались требования, мы два момента главных для нас существенных вывели. Первое – это опора на объективную организованность людей в процессе производства, труда рабочего класса, прежде всего. А второе – это все на все. И этот принцип «все на все», он распространяется дальше, что все рабочие депутаты, весь рабочий класс против всех капиталистов. Так. Хоть в масштабах России, хоть в масштабах всего мира. Вот эти те принципы, которые вытекают вот из этого примера, что является предметом нашей беседы. При этом следует отметить, что парламентаризм, он тоже опирается на объективные вещи. Потому что парламентаризм опирается на товарно-денежные отношения в обществе. Так? Капитализм – это и есть всеобщее товарное производство, где товаром становится рабочая сила. И когда эти правила действуют, то, значит, капитал имеет абсолютное преимущество. При любых выборах, при любых там раскладах, во-первых, потому что он формирует общественное сознание в эту сторону, а во-вторых, потому что он сам создает эти законы, по которым производятся эти выборы и так далее. И в той же Царской Думе, вот такой псевдопарламент, да, как мы помним, голос одного помещика и голос одного фабриканта весил там в сотни раз больше, чем голос крестьянина и рабочего по этим делам. Значит, в подтверждение этого факта, в увязке с сегодняшним днем, вот можно примеры провести. Вот в мою бытность в Госдуме, да, это четвертый созыв, рядом сидело, дай бог память, 24 миллиардера. Из них 23 из «Единой России».
И ни одного рабочего. Ни одного. Вот в Старской Думе была фракция, по куриям избирали, рабочие были. А здесь нет, не видно. Нет. Так это некоторые элементы Вася Шандымин когда-то где-то и Трапезников из Перми в Единой России. Все. Нету голоса. Нет, нету. Так. Но зато по результатам прошлого года самый богатый депутат Государственной Думы с самым большим доходом за 2001 год оказался кто? Член КПРФ, депутат Владимир Блоцкий, чей доход составил 3,52 миллиарда рублей. Это, кстати, больше, чем весь бюджет КПРФ годовой, включая финансирование из госбюджета, им там 1,6 миллиарда. Ну вот, как после этого говорить, так сказать, кто отстаивает интересы трудящихся или как чего там. Кстати, опять к этому же вопросу. Ну, по-своему, честные люди, они встречаются ведь и в Единой России, и везде, да. Вот к таким относился Говорухин Станислав, который как-то мне пытался внушить. А ты знаешь, Виктор, ведь чтобы народный избранник хорошо, так сказать, защищал народ, он должен хорошо получать. Вот и приходим к картине, что многие из тех, кто там сидит, они думают и честно думают, что они работают защитниками народа за хорошую зарплату. Вот как я ему врезал от микрофона там, да? А как я там разоблачил их гнилую сущность и прочее. И в этом во многом, ну и трагедия, и обман людей, потому что хочется верить, что кто-то там защитит. И все дальше и дальше от того самого, что только своей собственной рукой можно чего-то добиться. К сожалению, по этому пути идут или подыгрывают и многие уважаемые, что ли, и с заслугами, с определенными люди. Я имею в виду тот же Лукашенко. Вот когда были события в Белоруссии, да, 20-й год это у нас был, волнение и прочее, прочее. Когда рабочие пытались с одной стороны определиться, с другой стороны к ним обращались и так называемые либералы, вот эта оппозиция, а с другой стороны и сам батька Лукашенко пробовал на них опереться, ну, ехать на завод, разговаривать там, провести линию. Вот он дословно употребил выражение. «Ну куда вы лезете в политику, хлопцы? Там свои законы». Типа того, что это не ваше, это, так сказать, ребята, дело, не вышли. Вот, вот оно, вот, вот, вот где идет эта развилка и почему не получается. Так. И вот это... То, что мы с вами вывели и еще раз подчеркнули, вот это объективное преимущество людей, труда, организованность в процессе труда, да, оно было закреплено дальше в государственном устройстве и в программе партии. Как? Как Ленин обосновал тогда, что советское государство сближает государственный аппарат с массами также тем, что избирательные единицы и основной ячейкой государства становится не территориальный округ, а производственная единица. В скобочках завод, фабрика. То есть избирались депутаты по производственным округам. Ну, дальше известно, как оно значит, реализовывалось, отзывалось, в чем были преимущества и прочее, всех дела так. И, что очень важно в том числе понять и не стесняться этого, особенно в разговорах, когда напирают на чистую демократию, как, чего, что при этом было преимущество отдано рабочим, преимущество. И не только тем, что они свою организованность использовали на этих выборах, а тем, что голос рабочего весил больше по закону. По той самой Конституции и избирательному праву.
Во-первых, потому что эксплуататорские элементы были лишены избирательного права, в том числе в период так называемого НЭПа. Дали свободу, да, допустили капиталистические элементы в жизнь, в промышленность, но говорили, что это смертельная схватка, это ужасно опасно, это кто кого. И вот эти элементы не допускались ни в партию, ни в государственные органы, ни даже к участию в выборах. Замечу, ну сейчас, может быть, своевременно, что это вот коренное отличие от того, чего мы наблюдаем у китайских товарищей, которые сейчас проводят свой съезд там и решают эти вопросы. И даже по отношению к крестьянам. Голос рабочего весил в 5 раз больше. Советские, вот когда диктатура пролетариата осуществлялась, и это шло. Еще один момент, поскольку мы приближаемся к, по регламенту, значит, к вопросам, которые надо бы отметить и стоит отметить. Важность построения понятия советской власти для нас выдвигается на первый план и усугубляется тем, что советы – это не только вот форма реализации власти когда-то, а это есть сам инструмент борьбы за власть. Да? Потому что сначала была борьба, в борьбе появились советы, советы взяли власть, совершили революцию, и только потом была установлена уже государство советское, советская власть, советская конституция, там, Советский Союз и прочее, прочее. И Владимир Ильич Ленин даже подчеркивал, что советы рабочих депутатов – это не рабочий парламент и не орган самоуправления. Это боевая организация для достижения определенных целей. В заключение я, возвращаясь к тому, с чего мы начали, это значение вот советов, этой теории советов в узком смысле слова для всего мира. Да? Оно вроде так и понятно, но Владимир Ильич нам еще растолковывал и, значит, оставил свои слова, что капитал есть сила международная. И чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное их братство. Мы противники национальной вражды, национальной розни, национальной обособленности. Мы международники, мы интернационалисты. Мы стремимся к тесному объединению и полному слиянию рабочих и крестьян всех наций мира в единую всемирную Советскую Республику. Это то, чем мы, кстати, отвечаем нашим друзьям, вот, лимоновцам из другой России. Они говорят, Россия, все, Россия, вот, Атлантического до Восточного. Мы говорим, ребят, ну вы что-то слабое, шире надо. Наша будущая Всемирная Республика Советов, вот это масштабы, вот это цель, которая достойна. Поэтому цели у нас определены, цели эти благородные. Успехов нам всем в этой борьбе. Такие формы диктатуры пролетариата, помимо коммуны и советов, нам известны. Я уже сказал, что ряд специалистов, и я к ним присоединяюсь, считает, что диктатура пролетариата на каком-то периоде может осуществляться а. диктатурой партии, б. диктатуры и вождя. Так, и есть еще, так сказать, формы, которые относились к форме диктатуры пролетариата тех времен, именно, как они назывались, народные демократии. Да? Но с моей точки зрения, они прежде всего были возможны и осуществимы в условиях, когда была мощнейшая поддержка, помощь, управляющее воздействие, что там говорить, да? Советского Союза. Сейчас просто говорить вот о народной демократии довольно тяжело, да, и тот же пример народных республик Донбасса, ЛНР, ДНР, он во многом показывает, что запал-то был тот,
Вот тот, который у Мозгового и у товарищей в разговоре, да? Мы за народную власть, мы за справедливость, мы там за и русский мир, и там чего еще. А в результате название осталось, а собственно народности меньше, оно вымывается, оно уходит, его вытесняет. Потому что жизнь диктует. Капитализм, есть капитализм. Так, в Китае сейчас диктатура какого класса и в какой форме? Значит, вопрос этот, сразу скажешь, дискуссионный. Так. Я бы все-таки на сегодняшний день говорил, что, скорее всего, для Китая сегодня больше подходит диктатура партии. Да? Но при этом вот существенное отличие и существенное значение имеют тенденции. Ведь при оценке явления тенденция зачастую важнее сегодняшнего состояния, важнее количественного соотношения, потому что оно показывает, в какую сторону идет процесс. Мы уже вспоминали, что Владимир Ильич при использовании НЭПа говорил, что это отступление назад, отступление. Мы находимся в состоянии классовой войны. Потому что при социализме классовая борьба никуда не исчезает, она продолжается. А раз война и классовая, то на войне как на войне. На войне бывают случаи, когда надо и отступать. Ну, приходится в связи с обстоятельствами. Но важно это понимать и не пытаться выдать движение вспять за, так сказать, прогресс, наступление и прочее, прочее. Так вот, китайские товарищи, я так думаю, не, по крайней мере, не признают это открыто, не, даже не реагируют на ту критику, которая есть или чего-то. И более того, значит, они вносят такие изменения в свои партийные документы и государственные документы, что у них сегодня уже предприниматели класс становится и полноправной опорой партии участникам, и присутствует уже и на партийном уровне управления, и в государстве. Я уже не говорю о том, что удельный вес, значит, частного капитала, а соответственно его влияние на, значит, жизнь и прочее, он увеличивается и так далее. Ну, кто-то говорит, что, значит, все-таки они понимают, и есть надежда, что и слова, если послушать, да, вот, значит, там доклад Си Цзиньпина, что мы в верности марксизму, ленинизму остаемся и прочее, прочее. Ну, есть надежда, хорошо бы, поэтому мы не будем заниматься, ну, грубо говоря, карканьем, что все пропало, все, конец, там еще чего-то так. Но мы предупреждаем товарищей китайских, что, к сожалению, с нашей точки зрения, есть вероятность, что вы повторите печальный опыт КПСС Горбачевского образца. Кстати, интересный вот такой момент. Ну, кому-то я уже рассказывал, что дело было во Вьетнаме. Значит, 2000, какой там год был, там собирались, 18-й, наверное, в Ханое. Международная встреча Солиднет коммунистических партий. И в своем выступлении я вот этого момента коснулся. Сказал, что это теоретический вопрос, который для всего международного коммунистического движения имеет значение. Что многие пробуют китайский образец за пример строительства социализма сегодня нам преподнести. Ну, те же КПРФ, да, там, венгерские товарищи, еще кое-кто. Что с нашей точки зрения это далеко не так. Дальше вот сослался к Ленину, к НЭПу и так далее. И к сожалению, этот опасный момент присутствует в практике и некоторых других партий, в том числе Вьетнам, в том числе Куба, где идет цель. И вот китайские товарищи ни разу, на моей памяти, за там 10 лет, когда что-то обсуждается или проскальзывают вот такие вещи, ни разу
не ответили на этот вопрос, не объяснились, не попытались убедить или еще чего-то делать. А тут мы закончили эту работу, и время-то уже было часов 9 вечера, да, и там остался ужин, да, спать бы лечь еще. Вдруг ко мне подходит там товарищ, говорит: Виктор Аркадьевич, вот извините, вот с вами очень хочет побеседовать зав там нашего отдела экономического, такой-то там. Вот можно вас? Пожалуйста. И в комнату переговоров. И вот он мне 2 с лишним часа объясняет и рассказывает, что Виктор Аркадьевич, вот вы не думайте, что мы не понимаем. Мы понимаем, что это опасность, мы понимаем, что это отступление. Но вот у нас вот так развивалось, что мы, значит, пробовали сначала, примерно как большевики, все сразу в обществе решить, но столкнулись с серьезнейшими проблемами по продовольствию, так сказать, там, по обеспечению и так далее, и вынуждены были вот это внедрять. Знаете. Поэтому вы не думайте, мы знаем, мы следим за этим, мы знаем, что это опасно. То есть разница, по крайней мере, в позициях китайских товарищей и вьетнамских коммунистов, она есть. Это я так, ну, сам наблюдал, прочувствовал, там, послушал и прочее, прочее. То, что касается Кубы, значит, это, скорее всего, нам расскажет Степан Сергеевич через пару недель. Потому что через неделю они летят навстречу, Степан Сергеевич, с одним товарищем нашим, с Буренковым, навстречу Solidnet на Кубе. Так. Пока я могу сказать, что у кубинцев, конечно, идут процессы своего, так сказать, НЭПа. Я знаю информацию от тех товарищей, которые, ну, члены Компартии, и которые на Кубе читали некоторые лекции. И один из них в беседе с товарищами из ЦК задал ему вопрос. Вот вы уже сейчас, ну, как бы почти с радостью преподносите, что у вас вот этот класс, ну, как бы сказать, самозанятых и частнокапиталистического элемента уже исчисляется там 200-300 тысяч единиц человек. Это уже много, это уже серьезная сила. На Кубе там население, дай бог памяти, 12, что ли, миллионов, да, по этим делам. Вы ведь должны понимать, что хочешь или не хочешь, объективно эти люди, этот класс, будет выставлять свои политические интересы, требования, отстаивать и так далее. Кто будет выражать их интересы? Как? На что получил ответ, что вы не беспокойтесь, у нас авторитет Компартии велик, имя Фиделя, так сказать, там на знамени, Родина и социализм, поэтому у нас коммунистическая партия будет выражать интересы всех. Она выражает и, так сказать, интересы рабочего класса, и частнокапиталистических элементов, и сексуальных меньшинств. У них тоже там эта революция, как в Европе, вот это двинулось так. Это все коммунистическая партия. Ну, на что, мне кажется, вот наш товарищ правильно ответил, что позвольте, так сказать, высказать некоторые сомнения, потому что коммунистическая партия, по определению, это партия рабочего класса, рабочего. Если уж вы допускаете какие-то вот эти элементы, так честнее и умнее дать возможность им организовать свою партию. Кстати, в Китае есть такая возможность. У них там формально-то существует. И пусть они конкурируют, пусть борются, пусть еще чего-то. Но допускать это в одну партию, так это значит переносить эту борьбу во внутрипартийную. Что очень неправильно и весьма опасно, короче. Ну, а более конкретно мы узнаем, когда вернется наша делегация. Еще 2 вопроса. Когда и почему Советы потеряли власть в СССР? Ну, коротенько, конечно, понятно. Да, понятно, что совершенно. Я думаю, Александр Владимирович Александрович, правильнее говорить, не когда Советы потеряли власть в СССР, да? А когда они потеряли или стали терять свое содержание. Вот содержание диктатуры пролетариата. Потому что формально Советы, еще съезды были, да, съезды, значит, депутатов
Советского Союза и прочее, прочее. Везде советы, Верховный Совет был. У нас Ельцин, когда шел на выборы еще в 89 году, на вопросы журналистов, кто ваш идеал политика и человек, отвечал Ленин, твердым голосом, Ленин. И советы были везде. Поэтому, значит, утрата сущности или, я бы сказал, ну что ли, с нашей точки зрения, определенная ошибка была осуществлена с принятием Конституции 1936 года, значит, причем вопреки программе партии. Вот когда заменили принцип производственных округов, то есть опоры вот на ту самую объективную вещь, организованность людей в процессе труда, с теми самыми обеспечениями преимуществ голосов рабочему классу, да, вот это была одна из таких ошибок, как чего. У нас в нашем докладе «100 лет Октябрьской революции» этот вопрос разобран более подробно, в том числе разобраны причины, вот с нашей точки зрения. Уж не надо думать, что это пришли дураки и что-то совершили. Да, это глупость, не так. Потому что это сложный процесс. С одной стороны, действительно, подавили класс эксплуататорский. Действительно, уже было общество без антагонистических классов. Действительно, уже продвинулись, черт его знает, куда вперед по этим самым. Оказалось, что да, у нас однородная уже общность там или чего-то. Ремонт идет на улице. Вот, значит, ну, главное для нас самих выводы сделать, и товарищам нашим, в том числе по международному движению, это дело объяснять. Потому что, еще раз говорю, мало у какой партии есть хоть какие-то хотя бы в основных осях, что ли, наметки на этот счет. Каждый, вот когда власть будет народной, тогда. А какая народная? Как мозговой с ВСУ, да? И мы за справедливость. Так, что еще? Есть ли в России на сегодня гражданское общество? Конечно, есть. Граждане есть, общество есть. Гражданское общество – это атрибут буржуазного государства со всеми его институтами, которые обеспечиваются делением людей на классы, которые обеспечиваются, соответственно, отношениями, основанными на товарном производстве и соответствующем обмене. Поэтому гражданское общество – это отнюдь не наш идеал и не, это самое, не цель работы коммунистов. Как некоторые, кстати, леваки считают, что гражданское общество – это здорово. Вот смотри, тут свободы появились. Свободы то, свободы все, свободы творческим, свободы меньшинствам, свободы еще кому-то. Это все вот и есть, значит, тень на плетень, дым в глаза, значит, увод на второстепенные цели, третьестепенные конфликты там. Есть целые партии, как французская, которые права там сексуальных меньшин защищает активнее и яростнее, чем права трудящихся. И серп и молот сняли со знамен, как устаревший символ. Так, вопросы закончились. Да, вопросы закончились. Желающих выступить не нашлось. Поэтому вам заключительное слово. Ну, всем спасибо за внимание. И я бы обратил на внимание только общее наше на следующее. Что вот эту тему, ее надо... Ну, как бы в учебниках и в политзанятиях с коммунистами, и особенно с молодыми, так сказать, коммунистами, выдвигать на первую тему. Она хотя и кажется очень простой кажется, да? Но смею заверить, что и наши действующие члены партии, многие не смогут ее, ну, вот, обрисовать, что ли, так вот, хотя бы в основных осях, не говоря уже о подрастающем поколении. Вот среди нас есть учитель истории, значит, для телевизора, наверное, не будем там называть, значит, которого я спрашивал, в школе преподает, слушай, а как там вот этот вопрос советской власти, так сказать, отражен? Есть у ребят понимание, как оно было? Он говорит, ничего нет. Кроме того, что была такая, и может быть с датами там от 17-го года до,
больше, что это за власть, чем эта власть отличалась, как она, ничего нет. Ну, если уже некоторые с трудом отвечают на вопрос, когда была революция и кто был главный, да, там, то вопрос о советской власти, это, конечно, так сказать, наше дело. Кроме нас объяснить это некому. Потому что те же, ну, вот наши, скажем так, коллеги, как теперь по левому спектру, те же товарищи в КПРФ, они на знаменах несут народовластие. Они даже используют иногда, значит, понятие такое. Парламентская республика советского типа. Вот как это, видишь? Вот тут. Это, как я понимаю, это... Ну, некая модель, где парламент может быть назван советом. Ну, примерно вот такое. Значит, а дальше у них народовластие – это честные выборы. А честные выборы для того, чтобы пришли к власти не трудящиеся, а настоящие честные профессионалы. И они тогда обеспечат, и будет правительство это народное доверие, как было при Примакове и Маслякове, которые, честно говоря, помогли Ельцину сбить волну выступлений в 98 году, кризис, заткнули долги многомиллиардные обесцененными рублями, сбили накал, гнев и прочее, и через полгода были отправлены в отставку. Дальше пришел Степашин, а еще через полгода премьером стал Владимир Владимирович Путин. С кем мы вынуждены сегодня жить? Так что вот. Поэтому кроме нас некому, ну а без теории нам смерть, поэтому за работу, товарищи. Спасибо, Виктор Аркадьевич. Спасибо. Занятие закончено. Объявление. У нас по плану следующее должен был быть кандидат экономических наук Галко. Галко. Галко Виктор Иванович. Виктор Иванович. Уничтожение классов. Но этой лекции не будет. Замена, к сожалению, он заболел. Поэтому вносятся изменения. Будет тема «История становления украинского национализма с 19 века до наших дней». Это актуальный вопрос, интересный. Читать будет Ерофеев Константин Борисович, адвокат про профессию своей. Так что в следующий четверг в 19 часов.